«Нам не стыдно». Именно такую фразу я увидел на одном из автомобилей, на котором была написана буква V. То есть эти люди пошли воевать на Украину и написали такую фразу. Хотел чуть-чуть порассуждать над этим. Дело в том, что если вы пойдете сейчас, поедете в Германию, я не думаю, что кто-то из тех, которые когда-то поддерживали фашизм и остались живы, смогут написать такую фразу: «Мне не стыдно, что я был фашистом». Я думаю, что стыдно и неприятно. И многие из людей, которые сейчас пошли воевать на Украину, я могу 100% сказать, стыдно, обидно и больно будет, что исполнили планы фюрера Путина, вместо того, чтобы сказать: «Нет, я не пойду убивать своих друзей, своих предков». Вы знаете, у многих из тех солдатов, которые воюют сейчас на Украине, у них родственники на Украине, у них какие-то деды, прадеды жили на Украине, они сейчас пошли убивать мирных людей, пошли завоевывать империальские интересы Путина. Зачем? Вот поэтому я хотел просто задать вопрос: друзья, не стыдно ли вам то, что вы поддерживаете Путина? Если вам не стыдно сейчас, я очень просил бы, чтобы Господь открыл ваши глаза, чтобы вы поняли, что слезы, кровь и плач всех тех, которые страдают, будут и на вашей голове. Ваша ответственность будет в этом, если вы сейчас хоть маломальски поддерживаете Путина. Если вы смогли сказать «нет войне», если вы смогли противостать путинскому режиму, я уверен, что вы в этом будете иметь огромное благословение. А если вы отмолчались или, хуже того, начали защищать, потому что Путин же любимчик, вы же Путина любили, он был вашим лидером на протяжении многих лет, и сейчас какая-то война, может ли она разорвать такие отношения взаимопонимания и любви? Друзья, зло нужно называть злом. Грех нужно называть грехом. Поэтому стыдно. Стыдно каждому, кто пришел на Украину убивать украинцев. Стыдно каждому, кто пришел защищать интересы Путина. Стыдно. Стыдно сейчас, стыдно в будущем будет. И стыдно будет при встрече с Богом. Поэтому сейчас время сказать «нет». Если кто-то делал это, покаяться, попросить у Бога прощения. Сказать «нет» греху, назвать войну войной. Сказать «нет» войне. Благослови Господь и дай вам смелости сделать это. Аминь.